Омикрон, ну, как бы считается, что он протекает в более легкой форме, поэтому, соответственно, конечно, это будет на поликлинику. Поликлиника готова. Ну, во-первых, хорошо или плохо, но у нас окомплектованность на сегодняшний день, ну, в принципе, неплохая, где-то 70-80%. Выходит сейчас еще два доктора, поэтому как бы для нас, если у нас будет работать 7 докторов, это будет достаточно. Потом мы можем привлечь в данной ситуации, у нас было такое в 2020 году, мы привлекали и лор-врача, мы и кардиолога привлекали к этой работе, инфекциониста привлекали. То есть при необходимости у нас есть специалисты, которые могут работать с такими пациентами. То есть мы обеспечены препаратами для бесплатно, которые мы пациентам выдаем. Пациенты у нас как препараты в достатке. У нас есть волонтеры, которые доставляют пациентам эти медикаменты. Ну, в принципе, мы готовы, база наша готова.